Предлагаем вашему вниманию рециркулятор медицинский в металлическом корпусе CH211-130. Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха и уничтожения возбудителей инфекционных болезней в помещениях, где высок риск их распространения. Прибор может работать в присутствии людей, не причиняя им вреда. После включения рециркулятор переходит в рабочий режим в течение 1 минуты. Воздух подается внутрь корпуса принудительно с помощью вентилятора, где обеззараживается излучением двух бактерицидных ультрафиолетовых ламп низкого давления мощностью по 30 Вт. При этом лампы не вызывают образования озона из кислорода воздуха. Срок службы ламп контролируется встроенным индикатором. После 8000 часов работы лампы необходимо заменить на новые. Производительность рециркулятора не менее 90 кубометров воздуха в час. Уровень шума при работе не превышает 40 дБ. Эффективность обеззараживания повышается за счет высокой отражающей способности материалов внутренней поверхности. Наружные поверхности выполнены из металла с покрытием высокопрочной порошковой эмалью и химически стойкого поликарбоната, что позволяет использовать для санитарной обработки мощные дезинфектанты. Рециркулятор может быть использован в двух вариантах – передвижном и настенном. Для передвижного варианта используется дополнительно заказываемая металлическая передвижная подставка. При креплении на стену должно быть обеспечено свободное поступление воздуха ко входному отверстию внизу и свободный выход обработанного воздуха сверху. Срок службы рециркулятора не менее 3 лет.